Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры, статуя богини Таурт, Карнак, северная часть храма Амона-Ра, 26-я династия, 664-525 год до нашей эры. Зеленый сланец, высота 96 см, ширина 38. Статуя представляет богини Таурт, чье имя означает «великая». Она всегда изображалась в виде фантастического существа с головой гиппопотама, руками человека, грудью и животом беременной женщины, символизируя плодородие. Но и в голове трехчастный парик и подставка для короны. На других изображениях, где корона сохранилась, видно ее сходство с короной Исиды и Хатхор в виде рогов коровы с солнечным диском. Руки богини опираются на иероглифы защиты, что соответствует ее главной функции. Богиня считалась покровительствующей рождению. Она была в свете семи богинь Хатхор, небесных коров, предсказывающих судьбу. Статуя Таурт великолепно сохранилась. При изготовлении она была столь тщательно отполирована, что создается впечатление, будто вещь сделана из металла. На ее основании нанесена надпись, в которой говорится, что некий Пабаса, начальник жрецов и управляющий божественной супруги Амона Нетокрис, посвящает эту статую Таурт и просит богиню о защите собственности своей госпожи Нетокрис, которую она унаследовала от предшественниц. Вот такое описание я нашел к статуе богини Таурт, Карнак, северная часть храма Амона-Ра. Пока-пока, до свидания.